Ну, короче говоря, штук 5 мы проверили. И нам что-то не фартануло. Пардон, я его проехал. А вот этот вот стоит. Извините. Замелькание экрана. В этом даже, наверное, что-то есть. А этот стоит против ветра, короче. Я надеюсь, что сейчас Владимир Александрович бабахнет на щуку. Да. Есть? Да, да, да. Отлично. Хорошая? Выходит, выходит. Поднимается. Хорошая? Нет. Как? Нет, мелочь. Ну, либо очень она сонная, либо... Ну, она сейчас не должна быть сонная. Она сейчас должна быть веселая. О, живец. Свечку сделай, щука. Большая щука, по-моему, 2 кг, да? Нет, маленькая. Маленькая? Маленькая. Грамм 600. Почему я так... Вот. Свечечку сделала. Ну давай, давай, что ты? Интригу, интригу даю. Интригу. Форсируй. Даже крохотуля. У-у-у. Ну поменьше. Ну я бы сказал, да, 900 грамм. Ну что, это, конечно, не крокодил, но зато это щука. Ладно, действуем дальше.